Всем привет! Игорь Николаев и Юлия Проскурякова в прошедшие выходные отметили шестилетие своей дочки Вероники. Праздник получился потрясающий. Всю организацию вечеринки взяла на себя компания, которая раньше принадлежала Филиппу Киркорову. В числе приглашенных гостей было много звезд российского шоу-бизнеса. Пришла на праздник и Алла Пугачева вместе со всей семьей. Для выхода в свет Примадонна выбрала весьма необычный образ в черном цвете. Ее стройные ноги были подчеркнуты мини в паре с удлиненным жакетом и высокие сапоги. Вот только многочисленных поклонников сразила наповал необычная прическа Аллы Борисовны. Издалека кажется, что Пугачева сделала короткую стрижку. Но, скорее всего, певица уложила свои длинные локоны необычным способом, либо надела парик. «Алла Борисовна, вы тут такая моложавая. Не узнать Пугачева как подросток. Совсем другая стала Алла Борисовна, моложе мужа выглядит», — пишут пользователи сети. Конечно, с внешностью Примадонны экспериментируют не в первый раз. Долгое время россияне наблюдали ее с рыжей, пышной шевелюрой и длинными вьющимися локонами. А недавно Примадонна посетила кинопремьеру в новом для себя цвете, платиновый блонд, и продемонстрировала миру виртуозно сделанную пластику лица, которую явно делала не в России. Максим Галкин детское мероприятие посетил в черной водолазке и джинсовой куртке, а двойняшки нарядились более сдержанно. Дочь Лиза была одета в бежевый жакет с пышной юбкой и туфельки в тон, а на Гаре – белый пиджак и темные джинсы. Сама именинница Вероника встречала гостей в пышном платье персикового оттенка. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!